вас поздравить с наступающим 8 марта. Желать вам поменьше всего на дороге. Спасибо большое. Здорово. До свидания. Цветы из патрульной машины для милых дам. Госавтоинспекторы сегодня не только проверяют документы, но и поздравляют женщин-водителей. И чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну, вообще неожиданно, честно. Не ожидала. То есть, видела по телевизору, что иногда останавливают, но не думала, что меня остановят когда-то. И в нашем районе было очень приятно. Очень приятно, прям сразу настроение поднялось. Спасибо большое. Неожиданно, думала, что-то нарушила, еще что-нибудь. Спасибо ребятам, молодцы, очень приятно. Цветы закончились быстро, а вот настроение у каждой автоледи останется на целый день. Акция проводится ежегодно и уже стала традиционной. Мы сегодня останавливали транспортные средства, поздравляли девушек с наступающим 8 марта. Желали им здоровья, счастья и поменьше аварийных ситуаций на дорогах. Сюрприз от сотрудников ГИБДД порадовал представительниц прекрасного пола. А дамы, в свою очередь, пообещали быть образцовыми водителями. И вам всем женщинам с праздником, здоровья и счастья, мира над головой. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».